Сегодня 5 апреля в 11 часов мы запланировали проведение праздника с подарками в РДКБ имени Титова в отделениях ортопедии, нейрохирургии и психоневрологии. Этот праздник мы провели на ура. Этот праздник приурочен дате Всемирный день больных людей эпилепсии. И я через это прошел и прохожу, и поэтому решил открыть сбор и поддержать тех детей, которые сейчас проходят через это. Всем здоровья, мира, любви и добра!